Итак, всем привет. Меня зовут Кузьмич. И для своих друзей решил снять некоторое видео по игре Alien Isolation. Игра, скажу сразу, очень интересная. Меня она сразу завлекла. И я покажу небольшой кусочек игры. На самом деле, не пытаюсь что-то рекламировать, просто весело. Я там остановился, значит, на том... В общем, этот кусок я прохожу уже давно. Никак не могу. И самое интересное, что создает каждый раз все новые и новые ситуации. Вот хочу показать что-нибудь забавное из того, что происходит. В общем-то, эта игра такая в прятки с чужими, причем порой становится очень страшно. Мне уже было очень страшно. Сейчас я, так как я повторяю каждый раз этот сюжет, я уже думаю, что пора записывать уже. Посмотрим, что на этот раз у нас выйдет. Загружаемся. Я вот начинаю с такого сохранения, вот этого emergency. Моя задача сейчас спасти своих друзей. Спасти своих друзей и проникнуть в некоторую часть лаборатории. Опс. Труп у нас. В общем-то, трупы тут не редкость, поэтому, в общем-то, уже перестаю им удивляться. Живые люди тут, конечно, редкость. Так, сейчас я... В общем, я нахожусь в медицинском отсеке станции Сиксон. Да. В общем, станция была... был приказ на демонтаж. И, в общем-то, в процессе, значит, всего этого, значит, списания произошла некоторая... В общем, непонятно, что произошло со станцией. После чего люди начали умирать, погибать, в общем, пропадать. В общем, начали происходить всякие непонятные ситуации. Ну вот. Так, где же я нахожусь-то? В общем, я прибыл сюда, чтобы найти информацию о Эллен Рипли. То есть, о матери главной героини, которой я играю сейчас. Вот. Так стало известно, что на эту станцию попал черный ящик с корабля Эллен Рипли. Вот. Ага. Ну так вот. Значит, сейчас я, значит, пытаюсь найти медикаменты для своих друзей, да, для двух людей, которые прибыли со мной на этот корабль, потому что одна из моих, значит, этих коллег была ранена в процессе стыковки. Так назовем это, с этим кораблем. В общем, вот. Один из врачей местных сказал, что здесь находится... Где-то здесь, да, вот за этой дверью, то есть пытаюсь его сломать, находится информация о закрытом помещении, где главврач хранит медикаменты. Так, сейчас надо поторопиться, вот хочется вот этот вот, вот так вот, и... Я уже научился немножко взламывать, хотя первый раз это было сложно. Отлично. Ты на месте. Ага, да, это кабинет точно. Морли. Наверняка там где-то есть код. Терминал. Мне уже, честно говоря, становится опять страшно. Так, ну ладно. Ну, тут мы читаем сообщения личные. Так. А, черт. Так. Не читали их. Просто я их уже читаю не первый раз, поэтому... Ошибка. Нет, не то. Вот. Код доступа код. Нашла? 17.02. Нам еще нужен магнитный пропуск. Морли всегда носил его при себе. Так, найди идем, его. Идем. Магнитный пропуск надо найти еще. А магнитный пропуск находится вот здесь. Вот этот кабинет. Какой-то отсек медицинский. Вот там находится магнитный пропуск. Нам надо сейчас туда проникнуть. Внимание. Опа. Нарушение карантина в госпитале. Вот все бы хорошо. Успокойтесь, нарушение. Я сейчас выясняю, в чем дело. Ты должна найти пропуск. Блять. Черт. Ну вот.
вот с этим стрелять в него бессмысленно, я так полагаю. Ни разу не пробовал, но думаю, что ничего из этого не будет. Ушел. Так, идем. Он идет. Так, я тебе могу. Надо дать его перемещение. Стоит в этой комнате совещание, что-то там такое. Где-то ходит. Вон. В этой комнате. Там стенку сидел. Очень надеюсь, что он сюда не пойдет. Если не пойдет, то мне конец. Я чуть не обосрался. Сука, как же? Блядь. Все это. Вон он входит. Тихо, пока что посмотрел сюда. Я не буду пиликать это своей хуйней, потому что он меня точно знает. Тихо, ну что это? Смотрит сюда. Что-то, блин, кроссовки скрипят. Ушел, кажется, да? Нет, не ушел. Это здесь, блядь, ходит. Ушел. Все, мне пиздец, по-моему. Он зашел сюда. Он да? Вот там, за стенкой. Здесь в окно вообще все пишу. Клево меня. Мне вот туда надо. Вот в это помещение. Вышел. Или нет? Стоит вот тут все. Куда пойдет, направо или налево? Ходит тут туда-сюда, блин. Вот мне конец. Что закрой эту дверь? Раскрывай! Шо нахуй? Все, закрывай! Блять! Открывай! Так. 17.02. Неверный код! Блять! Нахуй! Тем. 17.02. Открывай! Открывай, блять! Бежим! Сука, да блять, я сдох, все, да, наконец. Иди нахуй, тварь. Не дыши. Уходи, блядь. Вздохнем. Ушел. Рядом еще. Здесь справа. Если зайдет еще раз, то я опять здесь что-то.
ушел. Ушел, да? Ну я там. Если выйду, стоп, спалит. Стоит, блядь, походу. А куда мне идти? Сейчас паузу сделаю, подождите. Так. Я снова здесь. О, блять, опять он. Нет. Нет, 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 нет. Ушел, блядь. Слышу его, блядь. В общем, хочу заказывать машину для вывоза кирпичей, но у меня вроде получилось немножко клематься. Отдышался, так сказать. Через вентиляцию, которой здесь где бы нет, сейчас мы идет. Он же не откроет эту дверь. Что это было, блядь? Какого хуя он здесь сделал? Я же дверь закрыл, блядь. Там еще один вход есть. Блядь, вот там вот еще один вход есть, походу. Сука. Он здесь рядом. Браво, там. Лучше дыхание. Да блять, опять ты, сука, не. Вот. Вот такая вот история. Ну, сразу скажу, что следующий сюжет будет совершенно по-другому. Я, вряд ли, все будет действовать не так. Ну, вот видите, как неудачно получилось. Да. Ладно, всем пока. Я думаю, что дальше продолжать не стоит смысла снимать. Буду сам себе втихаря один проходить. Давайте, счастливо.